Здравствуйте! Готовим вкусный быстрый завтрак. Нам просто надо хлеб, тост, вот такой французский. Этот бекон, яйца, чуть молоко, совсем по чуть-чуть. И будем мариновать огурчики. Сейчас я все вам покажу, это очень быстро. Вот, берем один яйца. Так как завтрак действительно должен быть быстрым, это мы все знаем. Черный перец, соль, молоко. Так как я сказал, совсем чуть. Вот. И все это дело перемешаем. Разогреваем сковородку. Добавляем растительное масло. Берем наш хлеб. И вот так. Так. Берем наш хлебушка и отправляем жариться. Делаем то же самое с этим хлебом. Так, аккуратно. Вот так. Смотрите, какой аппетитный цвет. Просто кайф. Хлеб один готов. Вот так. И то же самое повторяем со вторым хлебушком. И то же самое сковородки делаем два глазунья. Раз. Два. Сразу солим, чтоб не забыть. И перчим. Можем даже сразу бекон тоже вместе яйца пожарить. Пока наши яйца, ну не наши яйца, а куриные яйца жарятся, мы будем готовить маринованные огурчики. Вот. Естественно, необходима экономка. Берем и вот так нарезаем. Вот огурчик готов. Нам вот эта часть не надо, середины не надо. Можем вот так сделать. А там уже вообще невкусно. Вот. Так. Берем наши огурчики. Добавляем соевой соус. И просто так перемешаем. Вот, наши маринованные огурчики готовы. Пока мы промариновали наши огурчики, смотрите, уже все готово. Здесь что делаем? Вот так. Раз. Два. Вот. Бекон. Сейчас положить. Святая гамма вообще офигительная, да?
И вот наш вот маринованный огурчик. Вот. Наш завтрак готов. Обязательно попробуем. Спасибо за просмотр. Пока.